день, наши подписчики. Сегодня мы на природке, далеко мы за город не выезжали. Машина сегодня стоит в гараже. Короче, мы решили отпраздновать. У нас, кстати, в Украине сегодня день Конституции. Не буду утверждать, какая, но, по-моему, 25-я речница. Вышли мы на природу. Вон у нас диск уже готовится, подготавливается, разогревается, горит кострик. Сегодня мы приготовим свининку. Вот она, свининочка, картошечка, которая уже приготовлена до полуготовности. Мы ее только на диске немного обжарим. Обжарим мяско, сало, чтобы был жирок. Потом добавим туда яичек, лучок, посолим, добавим приправку. Обыкновенная приправа до картопли. Ну и потом засервируем столик. Есть у нас огурчики, перчик, помидорчики. Ну вот так вот сегодня мы будем отдыхать. Вот я еще раз говорю, кострик уже горит. В процессе вы видите, как мы готовим. Ну а потом, как мы это будем кушать и праздновать День Конституции. Давайте продолжаем дальше. Ура! Ну вот, досточку мы дома забыли. Нашли такое приспособление. Лайфхак. Лайфхак такой, да. Пилка. Пилка, на ней порезали сало. Тут сковородочка наша нагрелась. Во. Сейчас мы вылаживаем сальцо. Угу. Обжарим сальцо. Кинем мяско сюда. Во, лайфхак. Лайфхак. Вот сальцо наше начинает жариться. Огонек горит. Пришли мы сегодня в посадочку к нам. А тут дровишек сколько. Ну, немножко мусор свиньи после себя пооставляли. Ну, мы всегда убираем после себя. Вот сало жарится. Брали мы две такие вот лопаточки. О, сейчас будет жирочек. Уже и пахнет. В процессе мы будем вам все показывать. Я уверен, будет вкусно. И хочу напомнить, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну что, друзья, вот наше сальцо прожарилось. Вот смотрите, сколько жирочка у нас получилось. Ну и теперь мы кидаем мясо. Бомба. Мяско хорошее, замаринованное. Вот сейчас оно прожарится. Тут у нас соевый соус, перчик, лавровый листик. Все. Ох, а дым. И еще скажу вам, очень жарко. Во-первых, возле костра жарко. И у нас сегодня, не знаю, градусов 35, наверное. Закончились наконец-то дожди. И вот дает возможность отдохнуть. А тут оно все жарится. О, кусочки хорошие. Олечка не пожалела, да? Хочу сказать, что мы находимся на природе опять вдвоем. Виолеточка дома собирается в поездку. У нее своя там движуха. Но она едет завтра. А уже когда будет все готовенькое, она прибежит к нам. О, процесс жарки идет полным ходом. Наконец-то разгорелся костер. Теперь только успевай поворачивать, переворачивать мяско. Все, сейчас будем добавлять картошечку. Боже, как оно скворчит аппетитно, да? Сейчас мы... Ой-ой-ой. Подольем немножко чернилки. Оливочку подливаем.
подливаем нашу оливку. Ну и мы в полевых условиях будем сыпать приправку до картопельки. Ой-ой-ой. Вот, смотрите, какая уже наша картошечка. Огончик у нас хороший. Добавили мы приправки, олейки. Ну и все это дело сейчас накроем крышкой. Пусть оно немножко там протушится. Вот такая крышка у нас. Пот заливает глаза. Но никто не говорил, что будет легко, потому что... Потом будет заходите вкусно. На наш канал, подписывайтесь и ставьте лайки. Вот такое чудо тут. Опа! Бомба! Процесс идет. Сейчас мы забросим сюда лучок. Вот так оно жарится у нас. Красота! И накроем опять крышечкой. Хоп! Хоп! Опля! Фу, жарко, очень жарко. Ну, это того стоит. Опа-на! Подошло время. Яички бросать. Опс. Это мы уберем потом. Картина маслом, блин. Опс. Опс. И одну поближе ко мне смотри. Вот тут. Оно прям просит. Одно, значит, сюда. Опс. Ой, красота. Сейчас мы это дело немножко подсолим. Греть чуть-чуть. Щепоточками, видишь, вот ты сейчас перестараешься. Все, с солью мы закончили. Ну все, мы уже накрывать не будем. Я думаю, нет, чтобы... Да, да, да. А что, у нас зелень еще есть? Да, сейчас, зеленюшка. Бегаю за зеленью в магазин. Ага. Магазин, опа! Все, магазин был недалеко. И пошла зелень. Опа! Шедевр. Ну все, вот уже наша пища богов готова. Снимаем ее аккуратно. И несем мы сюда. Вот будет у нас тут импровизированный стол. Всех приглашаю к столу. Приглашаю на наш канал. Заходите, подписывайтесь и ставьте лайки. Приятного аппетита всем, друзья. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы переходим уже к столу. Будем кушать. Отмечать День Конституции, пить пиво. Ну, это вы уже не увидите, потому что самое главное вы увидели, а уже мероприятие, которое будет у нас за столом, мы вам расскажем позже.